Ну, давайте посмотрим. Нормально. Он один из лучших игроков в эту игру. И он не раз это доказывал непосредственно в турнирах и в игре. Тише, 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 тише. Сейчас, подождите. Ну, а не мое. Да, я болел и изначально еще за АГ, и я не скрывал, и симпатию я всегда вызывал к нашим, к моему Йоде. Это единственный игрок, которому я испытываю симпатию. Это произошло просто спонтанно. Просто ниоткуда. Просто пришел человек, написал гадость. Я ему ответил, иди отсюда с Господом. Рабы Божьи, я отпускаю вам сегодня решение. А ты это смотришь, да, Миша? Заряжай. Жаль, идите нахуй. И он говорит, Мишка, отпусти мне грехи. Ну давай, отпущу. Отпустил. Потом опять, не отпусти, ну я ему тоже отпустил. И отсюда пошло это, я она зашла, эта фишка. Она просто пришла само собой. Раньше он был гораздо больше, сейчас он снизился, проблемки появились, и поэтому сейчас и меньше стал. Нет, это никогда не делается специально, это мне уже это задавали и сегодня, и прошедшие игры задавали этот вопрос. Это от души исходит. Просто смоделировать. Просто сделать, вот просто кино из этого. Вот просто пирамиду сделайте, вы не сделаете. Не сделайте просто и все. Мишок, ты смотришь, да? Поэтому, когда я играю. А что Мишок ушел? Я ухожу. Сейчас я. А тем более, если соперник сильный. И, соответственно, к ним больше эмоций. Ну, наверное, харизма своей жесткостью. Ну, вы, наверное, знаете, много-немного ли обо мне, да? О, меня руки скрутили, бля. Ага. Так я на самом деле добрый человек. Я могу с любым, даже вот, например, вот поругались на стриме, вот сейчас пойдем встретимся с ним, я с ним буду разговаривать абсолютно нормально, даже пусть даже или я оскорбил его, или он меня оскорбил. При всем при этом он человек очень ранний. Вы должны понять, насколько это тяжело быть человеком, чьи действия всегда на виду. Быть человеком, чьи неудачи миллионы людей могут покритиковать и написать, там, ты никто, ты уже не тот. Его это все очень сильно задевает. Я нахуй твою игру, лысая пи***ска, блядь. Я уделяю, я, кстати, мне... Ладно, заходи, старая нога. Сейчас, подожди. Я раньше много употреблял. Да сейчас иду. Скажем, как много. Раз в неделю. Сейчас, подождите, ребят. То есть неделю я 2 дня пью, потом прекращал, и все. А когда начал Warface играть, я перестал пить вообще, только по праздникам. А просто это произошло. Это случилось. Людям понравилось. Ну, понравилось, значит, держите. И до сих пор он только становится популярнее. Ради бога. Короче, я начинаю, зайдешь ты. Сейчас, подожди, блядь. Когда отношения, он проявлял себя как настоящий. Да давай, старый, да подожди, ты заебал, блядь. Я тебе не ебал. Все идет от души. Просто я никогда... Не, ну четко сделал, четко. Не пытаюсь сделать за какого-то свой контракт. Когда, хотя многие говорят, что ты там за счет того сделал пиар, за счет того сделал пиар. Я свой канал тяну за счет самого себя. У меня, да, есть сын взрослый, но я единственное только могу сказать, что он не знает, что я... Все эти, в кавычках, ютуберы, блядь, на нем и потянут. Лукас оформил, блядь, ББшка, блядь.